Смотри. Сегодня день распланирован так. До обеда у нас теоретические занятия. Учеба. Сама задача, она будет именно такая, которая здесь может. О том, что где-то здесь в районе находится пострадавший человек. Единственное, что у вас будет, это точка на карте. Вы берете картинку и с этой картинки срисовываете себе крок, схему, по которой вы дальше уже будете двигаться. Значит, будет несколько. Вот обеда начнем. Контрольное время завершения всей операции будет завтра в 12 часов дня. То есть у вас будет предыдущий. Если за это время, если вы, допустим, до вечера не находитесь, значит, когда пострадавший найден, его нужно будет, и дальше команда должна будет сама решить, выбрать самый оптимальный путь транспортировки. А значит, ему нужно будет оказать медицинскую помощь, вот, его нужно будет извлечь и дальше транспортировать. Заканчивается весь этап уже здесь, когда пострадавший достал. Это основная точка нервной системы. Кому-то они достанутся. Сейчас я покажу, как им пользоваться. Состоит из двух частей. Это вот грудная обвязка. Обратите внимание, как пряжка защелкивается. Один раз и обязательно в обратку, тогда она держит привязь, иначе может распуститься. Значит, в принципе, такая система, она используется в комплексе, то есть беседка и грудь. Вот она блокируется куском веревочки, вот. Но это необходимо, когда очень суровые условия, когда это, допустим, там серьезное альпинистское восхождение, когда есть возможность упасть на большую глубину, вот, тогда она блокируется. То есть при падении она позволяет не получить травму от того, что сломает ребра или позвоночник. Вот. В данном случае этого я просто покажу, чтобы вы видели это. В данном случае здесь не будет таких.